Дорогая, твоего отца, блин. Вкусно, спасибо. Твоего брата кисель. Я всегда говорю, ты слишком много работаешь. Кондом. Нет, твой тамильский очень рискованный. Правильно, не кондом, а чуть-чуть. И я знаю, что ты не воспринимаешь меня всерьез. Но когда моя книга будет в списке бестселлеров, тогда увидишь. Ты не понимаешь, насколько эта работа по оскорблениям важна для меня. Насколько она необходима для Индии? Насколько она необходима для каждой индийской девушки? Держи себя в руках, Соня. Ты Соня Субраминьям, а не Соня Ганди. Твою мать, твою сестру. Почему в Индии все ругательства именно такие? Почему нет твой отец, твой брат? Я тут ни при чем. Запомни, когда моя книга будет закончена, тогда каждая индийская женщина будет гордиться так, что ее грудь... Это уже лишнее. Ладно. Гордо скажет, твоего отца, блин, твоего брата кисель, твоего дяди стринги. Почему такая громкая песня? Я не пою, Шикхар, я говорю. Нет, не ты, дорогая, секундочку. Братик! Почему ты... Братик! Ну что, пап, ты не можешь убавить звук? Что, можешь убавить звук? Конечно, можно и убавить. Тогда... Ты закрыл? Иди-ка сюда. Ты что, совсем? Да как ты посмел? Мне, отцу, закрыть дверь. Я тебе покажу, маленький негодник. Я тебе покажу. Что случилось, Шикхар? Он закрыл дверь передо мной. Успокойся, пора ужинать. Идем. Маленький негодник. Шикхар, расскажи нам о вашей новой видеоигре. Конечно, это же для детей. Чувак. Нет, папа, верно, чувак. Надо говорить через «а». Чувак. Понятно. Чувак, это совершенно новая игра, и в ней будет новый герой. Они похожи на всех этих скучных старых героев. Я ненавижу героев. Все герои отстой. Неважно, новые они или старые. Тебе не нравятся герои? Тогда кто тебе нравится? Злодеи? Да, злодеи — это крутяк. У них нет никаких правил, они просто должны победить. И если кто-то встает у них на пути, тогда просто бах! Осторожно. Хочешь идею? Сделай игру, где злодей никогда не проигрывает. Ты говоришь полнейшую чушь. Герой всегда побеждает, поэтому-то он и герой. Добро всегда побеждает зло. Ладно, пап, как скажешь. Мой папа, мой герой. Братик. Не умничай. Позволь, я процитирую с позднего мистера Шантарама. Добра держись, зла стерегись, и, улыбаясь, встретишь смерть. Спокойной ночи, пап. Какой спокойной ночи? Разговор не закончен. Отшлепать бы тебя. Разочек, один раз. Шикхар. Один раз. Шикхар. Видишь Шантарам? Да, правда. Шантарам. Ладно. Спокойной ночи. Что? Ладно. Буду наслаждаться лапшой и творогом в одиночестве. Злодей не проигрывает. Да как такое возможно? Не проигрывает.